глядит случайным прохожим в глаза. У тебя покатится усталости слеза. По пути на работу или по важным делам не оглядывайся назад, мерзость там. Используй два оберега, внешний, который виден окружающим от глаз, и внутренний, скрытый от любопытных глаз. Внешний оберег прикрепи на одежду, внутренний в карман с надеждой. Если ждет собеседование или экзамен, будь смелее, ты своим поступком хозяин. Положи в карман маленький заточенный карандаш. В поиске ответа на вопрос сконцентрируйся. На острие карандаша ответ придет. Если чувствуешь незащищенность в людном месте, если чувствуешь дискомфорт и тревогу прежде, то возьми большой лист бумаги и нарисуй. Нарисуй круг и точку в центре круга. Представь, что ты — это точка, а круг — защита. Сохрани этот лист бумаги, положи его в карман, пока не покинешь тревожное место. Поприветствуй свой дом, скажи, что ты рад вернуться домой обратно, и твой вечер сложится благоприятно. Вечером не занимайся генеральной уборкой, не носи мусор, потрать время на покой. После захода старайся сохранить мир.